Яблоку негде было упасть сегодня на автовокзале. Пенсионеры штурмовали кассу, где продавали льготные проездные. Конечно, стоять в очереди никто не любит, но здесь в основном пенсионеры, и многим, выдержав столь долгое ожидание, просто не позволяют здоровье. А ждать, чтобы купить проездной, приходится от 30 минут до часа. Купить проездной можно в период с 20 числа текущего месяца до 5 числа следующего. Но пенсионеры утверждают, сделать это не так-то просто. Билетов попросту не хватает. Заходила на почту, на площади заходила, там тоже нет. Заречи у нас нет. Я из Заречья приехала сюда. Нигде нету. Проездных, утверждают, в автоколонне не просто хватает, часть из них даже остается. В феврале от автоколонны поступило в продажу 37 тысяч проездных. Из них 18 тысяч продали на почте, около 6 тысяч на автовокзале и 13 тысяч в банках. Непроданными остались почти 2 тысячи билетов. Ситуация сегодня, по словам начальника автовокзала, вполне объяснима. Люди попросту не рассчитали свое время и в последний день месяца отправились за проездными. Ну вот в этой смене у нас 4 кассира, из них одна в отпуске, одна заболела. Ну вот 2 кассы на пассажиров, одна касса продаем. Кассира причем снял из числа этих самых кондукторов. Ну. То есть людям какой можно советовать? Что... А совет простой, приезжайте завтра, здесь никого не будет. Никого абсолютно. Толпа разделилась на 2 лагеря. Одни требовали отдать все 3 кассы для продажи проездных, другие молча стояли и ждали своей очереди. Виноваты это мы сами дотянули до последнего дня. С 20 числа можно, пожалуйста, приходить и раньше, кто. А все дотянули, значит, виноваты не только мы. Руководство автовокзала напоминает, что проездные продают 2 недели. И лучше заранее побеспокоиться о покупке.